Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с беспроводными микрофонами. Фирма уже известная, и вы ее видите, это Ugreen, которая разработала не так давно, может быть полгода, может быть максимум год, данный тип микрофонов беспроводных. Причем есть три варианта исполнения. Первый вариант — это для смартфона. Там отличается приемник. Он подключается к USB Type-C и имеет небольшую форму для того, чтобы подключался он именно туда. Второй вариант представлен перед вашими глазами. Он предназначен не только для смартфонов, но и еще для камер. Единственное, сразу же оговорюсь, что предназначен для смартфонов именно если у вас есть 3,5-миллиметровый джек TRRS. Ну а для камер там стандартный мини-джек на 3,5 миллиметра, это TRRS. Пришло это все достаточно быстро, в течение где-то 5-6 дней, потому что поставлялось все из Российской Федерации. Ну, из Китая придет достаточно продолжительное время. Ну и не дай бог, что если у вас в качестве доставщика выводит Почта России, тогда коробки, наверное, будет конец. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Микрофон и упаковочка вот представлена здесь, такого типа. Здесь написано, что передается при помощи Bluetooth соединения микрофон. Ну, здесь даже есть вариант русификации, кто поставляет на территории Российской Федерации данный вид микрофонов. Причем поставляется не только этот, но еще и два предыдущих. Третий вариант — это для айфонов, там просто вкладывается переходник с лайтинга на 3,5-миллиметровый джек. Так, вот такого типа. Bluetooth здесь версия 5.0. Частота 2400 до 2483,5 мегагерца. Широконаправленный. Есть три уровня: 16 бит 16 кГц и 16 бит 48 кГц. В качестве аккумулятора используется литий-ионный аккумулятор размерностью на 3,7 вольта. Зарядка его нужно осуществлять 5 и 25 вольта. Причем батарейка, аккумулятор служит 8,5 часов это микрофоны, ну и 6 часов ресивер. Время зарядки 1,5 часа, ну и действует он здесь на 10 метрах, то есть в прямой видимости должен быть приемник и ресивер. Вот такого типа упаковочка. Давайте смотреть, что находится внутри. Да, кстати, здесь вот есть обозначение 360 градусов, ну и все, больше ничего. Давайте смотреть, что находится внутри. А внутри у нас находится стандартная инструкция по эксплуатации, как уже обычно, на двух языках. Это у нас китайский и английский. Это у нас китайский и английский вариант. Ну и продемонстрированы основные характеристики, принципы зарядки, как осуществляется подключение, ну и тому подобное. В том числе и что содержится в комплектации. Можно это все увидеть и посмотреть. Ну, единственное, на английском языке тогда применяем простое правило. Берем смартфончик, наводим камеру, если не знаем английский. Ну, либо на китайский, и вам переводит на тот язык, какой вы хотите. Ну и стандартная гарантия, которая предоставляется на их продукт, тоже на китайском и английском языке. Так, внутри что у нас находится? Ну, во-первых, у нас находится здесь вот такой приемник, который устанавливается на горячий башмак такого типа. Здесь есть надпись у нас Ugreen. Дальше кнопка включения. Здесь зарядка по Type-C осуществляется. Дальше здесь есть вход для наушников, чтобы мониторить звук, который подставляется от передатчика. Вот такого типа. Причем одевается без закрепления. Должен быть хорошее крепление, которое фиксирует данный приемник. Дальше следующее у нас это... Это у нас микрофон.
вот такого вот он тип. Здесь микрофончик у нас расположен, металлическая клипса. Чувствуется сам передатчик и приемник, сделанный из пластика. Ну, здесь также присутствует гнездо зарядки для USB Type-C. Также есть включение данного передатчика, есть отключение звука, кнопочка вот такого типа. И еще давайте посмотрим, что у нас находится внутри. Здесь стандартная упаковка. И внутри у нас находятся кабели для того, чтобы подключать. Причем они спирального вида, очень хорошо. Ну, где-то 20 сантиметров, если так не напрягать, вытягивать. Итак, у нас есть соединение 3,5 миллиметра ТРРС для смартфона и приемника. Сюда подключается таким образом, ну а второй конец к смартфону. Если у вас есть 3,5 миллиметровый разъем. Вот у меня нету на Asus Zenfone 8 Flip, поэтому нужно ждать переходник. Второй кабель тоже спирального типа, что тоже хорошо, не будет болтаться. Прекрасно будет все висеть и закрепляться путем вот этой спиральки. Ну а это уже у нас для камеры. Здесь уже также 3,5 мм джек, но с одного конца ТРРР, а второй уже ТРС, который устанавливается камеру. Ну а один, как обычно, устанавливается в приемник. Так вот. Следующее, что у нас внутри есть, это меховушка, так называемая. Или еще называют Dead Cat, мертвая кошка. Ее шкурка. Вот такая вот меховушка надевается таким образом. Сидит очень хорошо, не спадает. Отлично закреплена. Ну и тем будет без проблем у вас находиться там, где это есть необходимость. На приемнике вашего голоса. Ну, кнопочку не закрывает, доступ есть. Следующее, что здесь есть. Ну, судя по всему, кабели для зарядки в количестве двух штук. А так и есть. USB Type-C и USB A. Длина кабеля, ну, давайте один раскроем, посмотрим, какая там длина. Ну, приблизительно где-то около 40-50 сантиметров длина кабеля того, чтобы заряжать. Вам понадобится зарядка, причем, судя по всему, двойная. На моем канале есть такие варианты, можете посмотреть, в том числе и тройная, как раз вот для этого микрофона, для зарядки аккумуляторов. И последнее, что находится внутри, это у нас, скорее всего, наушники, даже один наушник, вкладыш для мониторинга записанного звука. Причем я говорил, что вставляется туда и сюда, но, скорее всего, приемник это только для подключения 3,5 мм ТРРС, а вот мониторить звук придется на самом передатчике. Таким образом. Единственный минус, скорее всего, на телефонные разговоры вы отвечать не будете, потому что это только для отключения микрофона. Ну, здесь включение. Таким образом, тот звук, который будет поступать, будете мониторить при помощи этого уха. Вот такой вот наборчик угри для того, чтобы подключать беспроводной микрофон к камере либо смартфону. В случае, если у вас есть на смартфоне 3,5 мм разъем ТРРС. И на камере то же самое, если есть микрофонный вход на 3 пина ТРРС. Для смартфона нужно 4 пина ТРРС. Вот таким образом. Давайте сейчас проверим данный микрофон, как он работает на одном смартфоне. На камере я уже показывать не буду, но на одном смартфоне покажу, как он работает и как осуществляется запись при помощи него голоса. Тем самым определите себе, нужен он вам
вам или нет. Кстати, у меня уже несколько беспроводных микрофонов продемонстрировано. Это Хохам и Боя. Можете посмотреть и сравнить результаты. Как у Green звучит и как другие. И в том числе сориентироваться по стоимости. Стоит или не стоит данные микрофоны вашего внимания. Итак, приступаем к тестированию. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного беспроводного микрофона у Green на внешнем приложении камера без применения фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного беспроводного микрофона у Green. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного беспроводного микрофона у Green на внешнем приложении камера применением фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, 3, 4, 5. Проверка петличного беспроводного микрофона у Green. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного беспроводного микрофона у Green. Программное обеспечение монтажка без применения фильтров. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона беспроводного у Green. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного беспроводного микрофона у Green на стандартном приложении камера с обработкой фильтрами в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного беспроводного микрофона у Green. Итак, я вам продемонстрировал беспроводной микрофон у Green, предназначен для камер и для смартфона, которые имеют 3,5 мм разъем для подключения от приемника к камере либо к смартфону, в зависимости от того, какое устройство вы в данный момент применяете. Также я продемонстрировал, как данные микрофоны звучат. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор исключительно только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.